ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. 16 марта из ковидного госпиталя были выписаны последние пациенты. То, чье состояние позволяло, домой, а чье не позволяло, в другие лечебные учреждения региона, где есть ковидные койки. Пациентов, которые дома на долечивании, прикрепляют к амбулаторной службе, то есть участковый врач контролирует их состояние. К пациентке, о которой идет речь, терапевт приходила домой, рекомендации дала. На случай ухудшения состояния было рекомендовано вызвать скорую помощь, которая госпитализирует пациента согласно предусмотренной маршрутизации. Что в данном случае было сделано? Пациентку госпитализировали в областную больницу.